Турецкая газета «Хабер Тюрк» сообщила сегодня, что американское центральное разведывательное управление предупредило власти Турции о подготовке терактов в отношении находящихся в стране российских туристов. Для этого якобы направлены трое палестинцев, пишет издание. Информация передана во все отделения полиции в 81-й провинции Турции. Наше посольство в Анкаре не стало комментировать публикацию «Хабер Тюрк», сообщает агентство РИА Новости. Напомню, в этот понедельник было объявлено, что в Россию вернулись все туристы, отдыхавшие в Турции по путевкам. Ну и продажа туров была прекращена в рамках экономических санкций, введенных нашей страной после того, как турецкие ВВС сбили 24 ноября над Сирией российский бомбардировщик Су-24.